Зеленый чай является ценным и благородным напитком. Употребление зеленого чая – это не просто способ получения духовного наслаждения. Еще в большей степени он является одним из методов поддержания здоровья. В мире существует три традиционных напитка – чай, какао и кофе. Общепризнанным же лидером среди оздоровительных напитков во всем мире бесспорно является зеленый чай. Результаты научных исследований показали, что частое употребление зеленого чая способно снять усталость, укрепить иммунитет, а также позволяет избежать развития многих заболеваний. Зеленый чай марки Хуашен снижает усталость, укрепляет иммунитет. Зеленый чай Хуашен изготавливается из свежих листьев чайного дерева, произрастающего в одном из четырех районов Китая, почва которых особо богата селеном, в южной части гор Цинлинь. Листья зеленого чая и селен, входящие в его состав, обеспечивают прекрасный оздоравливающий эффект напитка. Борьба с усталостью, насыщение жизненной энергией. Чайные полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, являются эффективными натуральными антиоксидантами, а также самой важной, самой ценной и самой полезной составляющей чайных листьев. В результате осуществления обмена веществ возникает переокисление организма, что является причиной появления большого количества свободных радикалов, которые наносят повреждения клеткам организма и вызывают состояние усталости. Чайные полифенолы способны не только сдерживать возникновение свободных радикалов, но и эффективно очищать организм от их избыточного количества, что позволяет противостоять усталости, предотвращать заболевания и укреплять здоровье. Содержание полифенолов в зеленом чае марки Хуашен в 5 раз больше, чем в обычных чайных листьях. Способность к борьбе со свободными радикалами по сравнению с обычным зеленым чаем также значительно выше. Повышение иммунитета, укрепление организма. Американские ученые доказали, что зеленый чай обладает дезинфицирующим и противовирусным действием. Катехины, входящие в состав зеленого чая, способны не только сцепляться с выпуклостями на поверхности вирусов и сдерживать заражение здоровых клеток, но также дают возможность и укрепить способность человеческого организма к борьбе с инфекциями в 5 раз. В то же время необходимым для организма селен, которым богат зеленый чай Хуашен, активизирует иммунные реакции организма, способствует образованию иммуноглобулинов, повышает защитные силы иммунной системы. Зеленый чай марки Хуашен обладает противорадиационным и антиканцерогенным действием, снижает уровень липидов в крови, способствует похудению, а также эффективен для профилактики гриппа N1H1. Наслаждение, даруемое самой природой, аромат, наполняющий все вокруг. Больше свежести, больше здоровья. Зеленый чай марки Хуашен.